оплачивать и запомните, пожалуйста. Я не хочу ничего запомнить. Владимир Владимирович. Вы не оскорбляйте меня, Владимир Владимирович. Это же непонятно. Я же вас не называю Абулгадейка или как-то еще. Отказываю вашей просьбе. Вы что оскорбляете-то меня каждый раз? Вообще культурные люди представляются для начала. На постановление. Итак, сегодня действительно проверена информация относительно поступления каких-либо ходатайств в приемную канцелярию по рассматриваемому делу. И в адрес суда поступили ходатайство у человека по рождению мужчина с именем собственным Денис, собственность в виде имени Куприянов Денис Владимирович. Итак, прежде чем мы перейдем к обсуждению представленных, направленных в адрес суда ходатайств, Денис Владимирович, почему вы присутствуете в зале судебного заседания без маски? Судом разъясняется, что на территории Свердловской области действует указ губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года, в соответствии с которым всем жителям Свердловской области надлежит использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей в местах массового пребывания граждан. Итак, пожалуйста, Денис Владимирович, вы отказываетесь надеть маску? За несоблюдение указанного предписания установлена административная ответственность по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Если вы отказываетесь, вы будете удалены. Да ко мне обращайтесь. Заседания. Все верно. Я обращаюсь к мужчине, который находится в зале судебного заседания без индивидуальных средств защиты органов дыхания в нарушении указа губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года. Ну, если вы обратились к мужчине, то в указанном вами каком-то там документе нет указание на то, чтобы мужчины находились в каких-то предметах. Прочитайте. У вас имеется индивидуальные средства защиты, которые вы могли бы надеть сейчас в зале? Ни один в мире. Всем перейти к обсуждению. А почему вы меня перебиваете? Почему перебиваете меня? Я ответить хотела. Вы судом объявляется перерыв в судебном заседании для того, чтобы вы надели индивидуальные средства защиты органов дыхания в случае, если у вас такие отсутствуют. Так вы же не суд, вы еще были представлены. Вы не суд, вы не доказали полномочия. После этого мы перейдем к обсуждению. Как вы можете сейчас что-то говорить в рамках дела? Отвода. Ну так отвод заявлен, вы еще не. В судебном заседании объявляется перерыв на 5 минут. Не приведены к делу, а уже что-то вы сказываете. Но поскольку капитан покинул корабль, являясь единственным сувереном в этом здании, в этом зале, снимаю все обвинения с персоны Куприянов Денис Владимирович, признаю его невиновным и закрываю судебное заседание. Девушка, можете передать так называемой судье, что суверен человек Денис закрыл судебное заседание. Больше участвовать в этом балагане не считаю нужным.